Задержан вор в законе Камчыбек Кальбаев и его приближенные, сообщает Госкомитет нацбезопасности Кыргызской Республики. По данным пресс-службы ведомства, 16 ноября Управлением Государственный комитет национальной безопасности Кыргызской Республики по Иссык-Кульской области на пограничном пункте Карасай при возвращении из охотничьего угодья Булат-М, расположенного вблизи кыргызско-китайской границы, были задержаны так называемый вор в законе Камчыбек Асанбек и его приближенные лица в количестве 10 человек. В ходе проверки установлено, что последние на пограничной территории находились без соответствующих разрешений государственных органов Кыргызской Республики.